Юная актриса София Ермакова играет сегодня старосту класса. Ее героиня держит все под контролем, но при стрессовой ситуации трусит. София испытывает неподдельные чувства во время спектакля. Боится, испытывает боль, вину. Мне нравится вот сам спектакль в том, что он используется без музыкального сопровождения, только в двух моментах. И мы полностью играем на своих эмоциях, делая где-то ниже, где-то выше. И таким образом легче прочувствовать и подать человеку что-то такое необычное на фоне других выступлений. Постановка касается темы межличностных отношений подростков. Спектакль заставляет задуматься о последствиях школьной травли и причинах фатальных решений о взаимоуважении. Я думаю, что дети должны быть неравнодушны к своим, да, то есть к своим одноклассникам, либо друзьям, товарищам. Здесь не должно быть никакого равнодушия, когда человек слушает другого, понимает другого. Спектакль стал не только зрелищным художественным произведением, но и инструментом профилактики идеологии терроризма среди молодежи. Постановку оценили не только взрослые зрители, но и подростки. Мама с младшим братом и сестрой ходила на спектакль «Вредные советы». А там как раз через несколько дней она увидела то, что будет проходить еще один спектакль «Несколько минут страха» и предложила сходить. Спектакль Ларисы Мирославовны первоначально был представлен на театральном фестивале «Галерка-2024», где получил высшую награду. София Макарцова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск».